Из-за коммунальщиков страдают даже водители. Уже несколько дней въезд на улицу Лесозаводскую со стороны улицы Спасской закрыт. Тем временем эта дорога через Березники разгружала параллельную центральную улицу Ленина. По данным кировских коммунальных систем, проезд закрыт из-за прокладки нового канализационного коллектора. Специалисты уверяют, он необходим для развития южной части города. Крупный коллектор обеспечит условия для строительства новых домов в направлении Нововятска. Вести работы коммунальщики планируют до начала ноября. Поэтому еще 2 недели водителям придется ездить в Нововятск по Ленина. Сюда переместился весь поток машин с объездной дороги. Из-за этого вечером здесь затруднено движение.